Ассаламу алейкум, дорогие братья жизнь. Наши дети, сегодня на ваша рука. Поддерживайте ради Всевышней нашей силы. Не хватает я мама готова ради сына дать свою смерть. Я как мама из каждого вас прошу помочь нас. Пожалуйста, только ради Всевышней поддерживайте. Большое спасибо всем за добрые дела. Дорогие братья и сестры, прошу прощения, извиняюсь у всех. У меня братик 12 лет, уже 6 лет болеет. Мы старались, что было, у нас бы, мы сделали, у нас не хватает. Сила поэтому обратились к всем братьям, чтобы нас не бросали. Большой деньги нужно для лечения. Спасибо всем, кто нас понял. Желаю всех братьев здоровья и счастливых. Семья, чтобы было всегда хорошо, чтобы вы жили прекрасно, без боли. Сделайте дуа для вас. У меня братик 12 лет, уже 6 лет болеет. Мы старались все, что было у нас, был, мы сделали. У нас не хватало силы. Поэтому обратились к всем братьям, чтобы нас не бросали. Большой деньги нужно для лечения. Спасибо всем, кто нас понял. Жили прекрасно, без боли. Сделайте дуа для нас.